представляю первого владельца имения, владельца дворца, можно сказать, строителя, основателя дворца, Игнатий Казимир Булгак. Примерно 35-40% лепнины по всему дворцу сохранилось в очистке первозданной меди. Обратите, пожалуйста, внимание на окнами, увидите фрагментики, окраски позолоты, которые около 200 лет. Описывается как комната хозяйки. Это не жилая комната, это рабочий кабинет. Обратите внимание на потолок. Здесь мы видим уже, конечно, лепнину мифология, фризы с грифонами, покрытые сусальным золотом. Это резьба по дереву. Один такой потолок стоил целого состояния. Комната, в которой мы сейчас с вами находимся, комната для отдыха. Мы с вами находимся в бальном зале. По левую и правую руку мы видим два балкона. Это балконы для музыкантов. На одном обычно располагался оркестр, на другом хор. Чайный салон. Обратите внимание вот на эту беленькую декоративную решетку. Это ложа для музыкантов. Там располагался оркестр. Под нами была кухня. Блюда, приготовленные поваром, поднимались сюда. Это лестница для сервера. Жилищный дворцово-парковый комплекс. Вот этот комплекс, он внесен в список историко-культурного наследия Республики Беларусь.